Добрый день, уважаемые гости и жители села! Сегодня на территории Ильинского сельского поселения большое событие. Открывает свои двери современный модульный фельдшерско-акушерский пункт, обустроенный всем необходимым медицинским оборудованием. Фельдшерско-акушерский пункт построен в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения» с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов. Это граница нового значимого этапа в социальной жизни сельчан. Это огромная работа, еще один шаг в развитии здравоохранения района, итог кропотливого труда людей, от строителей до медицинских работников и руководителей. Здоровье – это самый ценный капитал человека. Это полноценное и счастливое завтра каждого и нации в целом. Важно, чтобы это завтра было счастливым и здоровым. На церемонии открытия модульно-фельдшерско-акушерского пункта присутствует председатель Ильинского сельского совета, глава администрации Ильинского сельского поселения Людмила Ивановна Шиловская. Заместитель главы администрации Красноперекопского района Александр Иванович Афанасьев. Заместитель главного врача по лечебной работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым, Центральная городская больница города Красноперекопска, Валерия Анатольевна Меняйленко. Для приветственного слова к микрофону приглашается председатель Ильинского сельского совета, глава администрации Ильинского сельского поселения Людмила Ивановна Шиловская. Добрый день! Я поздравляю всех нас с таким замечательным событием, с открытием нашего ФАПа. Хочу выразить благодарность руководству Российской Федерации, руководству Республики Крым, нашего района, Министерству здравоохранения за то, что благодаря их слаженной работе, заботе о людях, у нас появилась такая прекрасная возможность пользоваться таким современным, красивым, удобным ФАПом. Хочу пожелать всем здоровья, мира и благополучия. Мы благодарим Людмилу Ивановну. Подобный фельдшерско-акушерский пункт – это большая радость для нашего села, ведь он отвечает всем современным требованиям, укомплектован необходимым оборудованием и квалифицированными медицинскими специалистами, что позволит повысить доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям. Теперь у жителей села появилась возможность получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях. Слово предоставляется заместителю главного врача по лечебной работе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым, Центральная городская больница города Красноперекопска, Валерии Анатольевне Меняйленко. Добрый день всем. Я рада приветствовать вас всех сегодня в этот торжественный момент и в этот торжественный день на открытии фельдшерско-акушерского пункта в вашем селе. Хочу сказать, что сегодняшней приоритетной задачей правительства страны и республики является укрепление здоровья и шаговая доступность оказания медицинской помощи. ФАПы всегда были значимым объектом на территории сельских поселений. И сегодня свою значимость они тоже не потеряли. Я хочу пожелать вам, чтобы в этот ФАП выходили как в свой храм здоровья, чтобы он был для вас, для всех, флагманом и профилактики. Удачи вам! Спасибо. С сегодняшним открытием поздравляю! Мы благодарим Валерию Анатольевну. И к микрофону приглашается заместитель главы администрации Красноперекопского района Александр Иванович Афанасьев. Добрый день, уважаемые жители села. Поздравляю всех с праздником. Ну, что обычно желают на новоселье после строительства нового дома? Даже не коммуникации,
правильно, правильных соседей. А это именно вы, жители села, поэтому именно вам всем счастья, добра, благополучия и прекрасного здоровья. У вас было все здорово. С праздничком. Мы благодарим Александра Ивановича. Настал волнующий и торжественный момент. Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Почетное право открыть здание фельдшерско-акушерского пункта предоставляется заместителю главы администрации Красноперекопского района Александру Ивановичу Афанасьеву, председателю Ильинского сельского совета, главе администрации Ильинского сельского поселения Людмиле Ивановне Шиловской, заместителю главного врача по лечебной работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым, Центральная городская больница города Красноперекопска Валерии Анатольевне Миняйленко. Модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Воронцовка открыт. Пусть каждый пациент найдет в этих стенах понимание и доброту, обретет здоровье на долгие годы. С праздником вас! Ну, пойдемте. Пойдемте, заходите. Да, мы здесь были, вы заходите. Ну, пойдемте. Кушетки поставили? Чтобы не только посмотреть и полежать можно было. Живая, бойлеры, да? Процедурный кабинет. Подиночка сидела. Хорошо, да, Дим? Кондиционеры. Как вам? Классно. Классно, все хорошо. Тут вот туалет такие помещения. Главное, не болеете. Оставайтесь. Тоже компьютер. Вид такой красивый. Начнем сегодняшнего дня стараться. Молодежь, да, есть куда. Все начнем. Пару слов, как вам? Что стараться? Нравится? Классно. Классно, классно. Вам уже женихов прислать, что ли?